Всем привет! И сегодня в нашем видеообзоре пожарная машина от бренда Dicky Toys. Специализированная спасательная машина предназначена для мальчиков от 3 лет. Она изготовлена из прочного и качественного пластика. Размер игрушки 30 на 8 сантиметров. Для ее работы нужны две батарейки типа АА. Они входят в комплект. Переключатель on-off выключает и включает звук. Данная пожарная машина очень детализирована и приближена к настоящей. Она обладает световыми и звуковыми эффектами. Может сама ездить, а также тушить пожар водой из шланга. Нажав на черные кнопки с правой стороны, вы услышите звук сирены и увидите, как замигают сигнальные лампочки. Помимо этого у машины выдвигаются опоры и пожарная лестница. При этом она становится вдвое выше. Тут же находится шланг, по которому подается вода. Достаточно налить немного воды в специальное отверстие, которое находится слева, и нажать на поршень. Машинка едет по принципу заводного механизма. Достаточно отвести машинку вперед и отпустить. С такой игрушкой ребенок сможет почувствовать себя настоящим пожарным. При этом будет развивать мелкую моторику и внимательность. На этом все. Пока-пока!